известный человек, никогда себя нигде не проявил, кроме того, что он брат Нурсултана Назарбаева, никому не известный ни в чем, ни в экономике, ни в бизнесе, нигде. Булат Назарбаев возглавлял совет директоров Казахмыса. То есть Казахмыс – это частное предприятие Назарбаева, которое давал официально только прибыль 1 миллиард 400 миллионов долларов из бюджета страны. Нурсултан Назарбаев единовременно, один раз только решением правительства, подарил 2,5 миллиарда долларов. По нему, я думаю, все, кто живет в Алма-Ате, в Алматинской области, достаточно хорошо знает, как он набирает людей бизнес, как он насилует жен. А сейчас он уже много случаев, когда он уже насилует малолетних девочек. Мне очень много приходит деталей, подробностей. Я просто не хочу травмировать людей, но то, что Назарбаев Булат является насильником и педофилом, это широко известно в Алматинской области. Здесь кто-то пишет, что у него 20 жен, там Тохала 29, 30 и так далее. И у него там их много. Это, опять же, широко известно. И вот, и пользуясь этим чатом, я хотел бы всем тем, кто готов с ним бороться, прислать нам информацию, мы его начнем преследовать всем народам. Так вот, по новому закону, который принят с 1 января 2018 года, принято следующее правило, говорится о химической кастрации. Здесь уже речь идет не о непростом аресте Булата Назарбаева и ему подобных, а именно о том, чтобы создать прецеденты и действительно, чтобы этот закон начал работать, подписан самим Нурсултаном Назарбаевым. Но они ведь как считают, что закон писан для других, а вот их этот закон не касается. Мы эти законы используем прямо против них, и они будут первыми, на которых этот закон заработает. Когда в демократии выборы Казахстана придут к власти, все эти законы мы применим в первую очередь на Нурсултане Назарбаеве и членах его семьи. И вот проверим, каким образом этот закон будет работать в их случаях.